рискуют остаться без крыши над головой. Дом семьи Овчинник из Новотроицкого рушится от каждого обстрела, а ремонтировать его не на что. Младшая дочь после сложной операции на сердце нуждается в постоянном лечении. Проблемы со здоровьем почти у всех членов семьи. Историю продолжит Инна Жиленко. Карьер на окраине Новотроицкого не раз спасал местных жителей от последствий обстрелов. Когда снаряды ложились в карьер, они поглощали сами собой взрывную волну и осколки. Дом семьи Овчинник всего в нескольких метрах. Прямые попадания его миновали, но каждое колебание разрушает его. Вот это вверху, которая фанерой забита, щитом упала вместе с штукатуркой. Я думала, рушится дом. Я так испугалась. Вынуждены спасать, что осталось. Материалы используют подручные. Выручает опять-таки карьер. Кроме меня больше никто этого не сделает и не построит. Какая хата у нас сейчас, в ней проживать уже невозможно. Денег нет не то, что на ремонт. В семье работает только Виталий, но с инвалидностью третьей группы много не заработаешь. Вы знаете, доходит до слез. Жалко, обидно то, что тянешься, а больше, чем ты хотелось бы больше, ты не можешь. Львиную часть дохода тратят на лечение младшей дочери Карины. Она родилась с пороком сердца. Несмотря на проведенную операцию, до сих пор организм не восстановился полностью. Она проходит постоянные поддержки витаминозно. У нее в связи с этим ослабленный иммунитет. Кроме того, у нее еще и центральная нервная система нуждается в поддержке. Помощь родных нужна и старшему поколению в этой семье. Свекровь болеет, уже очень много лет болеет. У Ларисы Овчинник вследствие старой травмы повреждение суставов. Ходить ей тяжело. Несмотря на это, нужно ухаживать за больной мамой. Бабушка Оля совсем не видит. Она и так еле-еле ходит. И тут еще меня приходится. Большой семье не выжить без гуманитарной помощи. Бабулечка, вот ваша гуманитарка. Четвертый год жители прифронтовых населенных пунктов получают продуктовые наборы штаба Рената Ахметова. Ему жалко нас, этих несчастных, больных людей, вот, да и пенсионеров. Вообще, видно, человек хороший. С начала работы штаба выдали уже более 12 миллионов наборов выживания. Для семьи Овчинник это неоценимая помощь. Спасибо большое Ренату Ахметову за то, что он не забывает, как говорится, людей, стариков, там, больных, инвалидов, малоимущих. Каждый зависит от этой помощи. Макароны я иногда все прям ем. Очень люблю. Ем. Инна Жиленко, Оксана Корчма, Евгений Яконин для телеканала «Донбасс».